Всем привет, с вами Вова. Сегодня мы будем раскрашивать гипсовую фигурку акриловыми красками и акриловыми красками с перламутром. Акриловые краски. Тут их 12 штук. Акриловых красок с перламутром 6 штук. Они блестят. Они очень светлые. Я проведу сравнение. Но сначала я расскажу о баночке. Баночка хорошая. Она очень плотная. Туда не попадает ни единый воздух, и поэтому краска не высыхает. Она очень густая, эта краска. Ну и давайте я проведу для сравнения. Я тут подготовлена. Вот. Краски. Да, немного не похожи, но оба зеленых. И вот этот перламутр. Он блестит, а вот этот обычный, он не блестит. И сейчас я разукрашу фигурку на две части. Одна перламутровая, другая обычная. Так, ну и давайте приступим. Так, у меня тут есть вода. Так, и давайте сначала перламутром разукрасим. Перламутр у нас, мы видим, он уже блестит на вспышке. Вот, у меня даже тут есть хороший. Вот. Так, ну вот более-менее, чтобы вас не утомлять, я вот так вот чуть-чуть разукрашу. Вот, это у нас перламутр. Так, ну а второй краской, вторую кисточкой я разукрашу. Тоже возьму зеленый и разукрашу вторую сторону снегурочки. Так. Ну вот. Я разукрасил, и вот что у нас получилось. Перламутр у нас, он блестит на вспышку, а обычный он не блестит. Но они оба густые. И вот что я вам хотела показать в сегодняшнем ролике. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока! Пока!